Всем привет, с вами Роман Раскольников, и я продолжаю играть в Dark Souls 2. Так, в общем-то, что-то я с этой помойкой задержался. Уже третью серию снимаю в этой локации. Так, давайте-ка переместимся на второй костер. И пойдем уже дальше. Я всю помойку здесь исследовал. Осталось только исследовать дальше. От второго костра это можно сделать. Так, сразу проверяю, вниз прыгать нельзя, ну и ладно. Так, подождите, сюда надо идти. Так, лестница вниз. Еще одна лестница вниз. Блин, тут очень много лестниц вниз. Ну давайте начнем. Первая лестница. Так, куда она меня привела? А, никуда. Ну, серьезно, никуда она меня не привела. Хорошо. Это что-то вроде лабиринта. Так. Давай вот эту вот лестницу проверим. О, там что-то есть внизу. Туда так просто не допрыгнешь. А, тут еще одна лестница. Да блин. Это издевательство. Так, все, хорошо, я понял. Ой, слушай, откуда ты здесь взялся? Чего? Ну да, там можно куда-то спрыгнуть. Блин, всякие лестницы какие-то. Ага. Ну ладно, хоть невысоко. Так, у них какие-то мечи отравленные. Они чем-то таким черным светятся. Самоцвет жизни 20 штук аж нашел. Почему так много? Туман тьмы, факел. Что это такое? Кольцо восстановления под угрозой. Блин. Кольца ломает. Так, ладно, тогда туда я пока что не пойду. Так, есть три лестницы. Начнем вот с этой. Есть две лестницы, начнем вот с этой. Так, есть еще одна лестница. Так.
Это где я? А. Это я в лабиринте из лестниц. Так, хорошо, я понял. Придется возле костра посидеть. Так, возле костра посидел, кольца должны восстановиться были. Да, кольца восстановились. Так. Увеличенный баланс. Кольцо восстановления здоровья. Два кольца злого глаза. Кольцо предела используем. Кольцо предела. И давай вот это вот кольцо пока что. Так, значит, смотрите, что я делаю. Так, по той лестнице спускался. Так, давайте вот по этой лестнице спустимся. Или подождите, или я отсюда как раз таки пришел. Гнилая смола. Так, ну конечно же осталась лишь одна лестница, которую я еще не посмотрел. Так, по этой лестнице поднимаем. Вот эта вот лестница осталась неисследованная. Ага, тут сундук. Огромная дубина. Так, ну да, больше здесь некуда идти. Так, я знаю, что нужно сделать. Что-то мне подсказывает, если я сейчас туда спрыгну, я погибну. Туда лучше не прыгать, в общем-то. Хотя я, блин, любопытный, но это того не стоит. Потом как-нибудь спрыгну. Так, давайте теперь на эту лестницу поднимусь. Так, подождите-ка, надо теперь одеться. Палаш плюс 10. Меч Дранглика. Так, крутой щит. А тут еще, наверное, есть крутой щит. Так, это что у нас? Большой щит с глаза. Башенный щит.
Большой щит мастодонта. Так, а большой щит мастодонта хуже. Этот хуже. И этот хуже. Так, отлично. Опять две лестницы. Давайте вот сюда, на правую. Так, это где я? Вот эта лестница. Подождите. А, ну вот. Две лестницы еще проверил. Так, вот эти две лестницы проверены. Так, подождите-ка, откуда я пришел? А, странно. Так, вот эту лестницу давайте проверим, вот эту вот. А, ну, хорошо, по этой лестнице я уже поднимался вроде как. Ну да. Вот туда как вот попасть? Только с разбега. Больше никак. Так, вот эти две лестницы проверены. Так, вот это вот тоже вроде как проверено, лестница или нет. А, ну да. Все три лестницы проверены. Вот эти вот. Так, там в углу проверена лестница, вот в этом углу. А, ну да, я уже проверял. Так, только туда, вот в ту сторону побежать осталось. Так, эту лестницу я не проверял. Нет, я ее проверял. Вроде проверял. Наверное, да. Они все в одну сторону, в общем-то, ведут. Все наверх. Ой. Случайно провалился в яму. Так, но все же в одну лестницу. На одну лестницу мне придется вернуться вот на эту вот. Блин. Блин, а я не допрыгну же. Я же не допрыгну. Реально. Так, и как мне же мне туда попасть? А, подождите, а мне точно сюда надо было? Нет, мне не сюда. А все-таки кажется, здесь лежал. Блин, здесь походу дурацкий предмет лежал, который выпадает из трупов. Ну да, этот
то место, мне туда вообще никак не надо было идти. Блин, вот когда убиваешь врагов, они сквозь текстуру проваливаются. Предметы, которые ты с них можешь подобрать. И вот, походу, один из них туда провалился. Тупик. Слышу собаку. Она где-то рядом бегает. Ну, это не... Хотя да, собака все-таки какая-то. Оба, там кто-то ходит. Какой-то враг. Это грибы. Так, что это за пар такой? Ядовитый мох. Слушай, это большое насекомое. И оно очень прочное. Так, ядовитый мох. Так. А, странно, а для чего я тогда сюда должен был прийти? Странно. Так, а куда мне сейчас вообще идти-то надо? Что-то я заблудился. Так. Так, тут кто-то внизу был, у него полоска здоровья показывалась. Да блин, задолбал меня эта статуя. Так, а что будет, если я вот в эту сторону пойду? Отравление будет. Блин, как-то же я должен куда-то идти. Вот в чем вопрос. Вниз-то я никак не упаду. Куда вот мне сейчас идти? Так, ну нет, не, не сюда, это точно. Вот где-то вот здесь я убрал туманную стену, а теперь куда идти, я не знаю.
Так, в общем-то, не знаю, но, блин, больше некуда. Ага. Прыгнуть можно. Так, подождите. А, я кольца так и не поодевал. Так, ну давайте кольцо кошки. Замедляет поломку снаряжения. Вот это, кстати, очень тоже хорошее кольцо, но я думаю, мне нет места для того, чтобы его одеть. Так, давайте-ка я лучше вот так вот одену. Ароматная ветвь былого. Отлично. А теперь нужно придумать, кого мне лучше обратить обратно в живое существо. Ой, какие они страшные. Блестящие все. Это светящиеся такие. Так, ну тут по-любому босс. Кажись, босс уже. Так, сейчас посмотрим. Так, что одеть? Какое кольцо лучше одеть? А, ну разумеется, вот это вот. Ну что ж. А, нет, еще не босс. Черная расселена. Костер нашел. Так, давайте потестируем новый щит. А! Я с таким щитом хотел побегать. Я его, в принципе, уже могу потаскать. Ага. Нет, я не буду щиты такой тестить. Этот щит мне не нравится. Мне кажется, они еще более ядовитые. Да блин. А можно мне как бы оружие убрать полностью? Не понял, что это вообще такое. Как это так работает? А, ну я же сказал, они более жесткие, они сразу тебя отравят. Да блин. Что за... Существо странное. Блин. Что за ужас? Блин. Не знаю, с рук их срисовывали. На руку очень сильно похожи. А глаза у них на ладони находятся. Так, блин. Так, в общем-то, надо какое-нибудь дурацкое оружие взять для того, чтобы... ...185. Для того, чтобы ломать вот эти вот
прикольно. Чтобы они меня не отвалили. Так, я просто чуть не упал, пришлось перезайти в игру. Чтобы меня просто подвинули чуть-чуть вперед. Так, сломанный меч. Интересно, сломанный меч. Он их ломает тоже с одного удара? Да, с одного удара. Сломанный меч вообще очень мало урона наносит. Но ломает их с одного удара. Так. Надо быть поаккуратнее. Какие-то червяки вылезли. Ой. Надо быть аккуратнее. Давай, вылазь. Сейчас сразимся с тобой. Да нет, реально кисть. Так, плюются статуи, а? Так. Что, больше руки не вылазят? Ой! Схватила меня. Тварь. Ну давай. Что ты на это скажешь? Так. Шоттер, большое волшебное оружие. Так, еще одна рука вылезла. А, у этой 6 пальцев. А может у всех 6 пальцев? Просто я не замечал то, что там типа. Мне казалось то, что 5 пальцев у статуи. Тут всякие харкаются ядом. Так, это ты харкаешься, да? Блин, отравили меня.
что они вообще творят? Так, аккуратно. Один. Это сейчас опять отравит меня. Так, ну ладно, в принципе, на этом, я думаю, лучше я завершу серию. В следующей серии я продолжу прибиваться глубже в пещеру, посмотрю, что там будет. Скорее всего, там какой-нибудь ядовитый босс будет. Может быть, паук еще какой-нибудь ядовитый. Хотя вряд ли уже паук был. Не думаю, что они два паука сделают. Ну, а на этом все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Роман Раскольников. До встречи в следующих видео. Всем пока.